Всем привет! Сегодня у нас посылочка из Китая. На почту я не хожу, некогда, сейчас работаю. Да и раньше я работал, но как-то время у меня было. Сейчас, значит, сижу дома. Звонят по домофону. И говорят, мелкий пакет у вас в ящике. То есть почтовым. Уже знаете, даже извещение не приносит ничего. Так, здесь у нас ножницы парикмахерские. Филировка должна быть. Так, оценил продавец 0,770 USD. Не знаю, во что он оценил. И да, и в комментариях сейчас часто мне начали писать. И нельзя материться. Дурак, в общем, там, насчет временной татуировки. Да, я невнимательный. Да, я пытаюсь сделать побыстрее обзор, потому что у меня есть свои дела. Да, я бывает невнимательный. Уж простите меня, какой есть. Вот такие вот, в принципе, тренировочки. Так, больше ничего не положено. Так, посылка шла около 20 дней. Как раз мне нужны сейчас будут очень сильные тренировки. Вот. Продавец положил у нас вот такой вот, как это назвать, кейсик, давайте так назовем. Филера. Слушайте, классные. Ничего не разболтано, ничего вот здесь вот у нас. Ой, господи. Как я устал от этих обзоров. О, рычажок, который подтягивает, можно убирать его и чистить нормально, беспрепятственно ножницы. Ну, в принципе, классно, качественно и недорого. Как любит наша русская душа. Вот такие вот, в принципе, клевенькие. Сейчас попробуем. Да, они стригут. Все, я на своих волосах попробовал. В общем, ссылочку оставлю, заказывайте всем. Попробовал ими чуть-чуть подстричь, чуть-чуть филерануть. Волосы вообще шикарные. Заточка идеальная, но мне кажется, все равно это одноразовые ножницы. Но сколько постригут, знаете, за 200, по-любому, по-моему, за 200, да, 200 с чем-то на момент покупки были. То есть все качественно, ничего не болтается, повторюсь. В принципе, вот сейчас маслом смазал, они начали меньше как бы это издавать звук. Ну, в принципе, ничего. Вот тут даже фирма какая-то у нас написана. Handmade написано. Сколько там? LG 476. А здесь у нас Эдвард написано. Ну, такие вот, в принципе, интересные ножницы. Подписываемся на канал. Всем пока.